Все пропустила. Подожди, только что... Отъезжай, Ван Дам 2 сейчас будет. Лебедку! Лебедку мотай, да. Отвезись, 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 Алёна, хорошо. А, стой, 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 стой! Поставь якоря! Меня установили. Аня. Странное какое-то 8 марта сегодня. Таких жен, по-моему, больше не выпускают. Знать бы родители еще одну заказать. Нету там сестры не запускают. Здесь женихи подобрали. Горники, как нравится боярышки. Леня, вы что, на свадьбу едете или что? Слышишь? Чтоб штурман об воду не ударился, быстро не едь! Главное, чтобы он резко не остановился. Не, ну кино будет интересное, в принципе. Штаны подходят по цвету. Смотри, что исполняют. О, это, так меня еще не спасали, я вам скажу. Свадебная кукла. Да, да, свадебная кукла, близко. Так слышишь, ты можешь ногами меня вперед толкать, а там сухо где-то дальше, да. Все, снимать? А, давай. Да, на. Что? Это зачем? Они мне нужны, я не могу. Ты своим. Ты что, коня дёргаешь? Не делай резких движений, я тебя прошу. Меня же еще кто-то прицепить должен, и она может об это, об УАЗ удариться, если ты резко остановишься. Вот это штурман мечты. Это тебе не с бревном по пуще ходить. Вот это ты даешь. Блин. Не, надо все разматывать. Это тебе 18 прыжков надо сделать. Как на скакалке почти. Смотри. Ой, блин. Такого кино еще не было. Подъедь ближе теперь чуть-чуть, только трос приподними там, чтобы он не наехал на него. Да не, я могу сделать шпагат. Не надо. А, можешь, да, стой, стой, отъедь назад, где стоял, шпагат нам нужен. Контент, ёханый бабай, чуть не упала. Куда цеплять-то? А, шакал где-то, стой. Нет, справа он висит, да, за него прямо цепляй. Блин, интересное кино становится. Яна, ты все пропустила? Все пропустила. Подожди, только что... Отъезжай, Ван Дам 2 сейчас будет. Ты что, уезжаешь? Девчата рулят, да? Короче, у меня новый штурман. Пока, Леня. А, его Олег. Глянь, он сам ездит тут, посмотри. Что значит? Стой, стой, стой! Назад! Не скинули петлю одну? Едь назад. Сорвет, конечно. Хорошо, ты вовремя увидела. Сейчас бы кенгурятник был бы в болоте. Все.
кнопку нажимать на смотр. Там где две рисочки. Блин, вот это операция. Не зря я так далеко ехал. А ну попробуй, может она на нейтралке. Лёнь. Да, иду, подожди. Так, в общем, такое кино. Такое кино, штурман уже здесь. Ну как тебе на новой машине? Лучше, да, выше. Вот это реально. Так бы дернул, я бы так. Осторожно, сейчас так и будет. Давай! Я на нейтралке или нет? Нормально идем. Уверенно. Машина проверенная, штурман с нами. Нам нечего бояться теперь. Лёня! Лёня, попытка перевернуть самурай, пока неудачная. Так, Лёня пытается. Да, рубилово нормальное такое в этой яме. Одна яма шикарная. А таких бы 3-4 подряд. Было бы просто бомба. Или две хотя бы. Юля! Так, Вова, сошли, что ли, что-то их не видно. Вот такое кино. Лёня перевернулся, штурман падает. Хорошо более-менее. Коллектив серьезный. Давай!
Леня гость программы сегодня. Не зря мы тягу заварили, оказывается. Это жесть просто. Лёнь, заводи, поехали! Поехали, финишируй. Откуда у вас чистые вещи, скажите, если вы приехали, блин, на этой машине, которую вы купили где-то за 200 гривен? А вы ходом шли или что? Слышь, Леня ныряет в бетон, а Юля стоит на пороге. Ты же стояла в этот момент, да? Она могла головой встретить. Да, да, да. Я тоже так упала. Это стрём, меня лежит ко мне, так шлеме. Ты почувствовала удовлетворение, да, в этот момент? Нет. Да, да. Если бы это гранолит был теплый, то это действительно дерьмо бы было. Вот если по консистенции. Сидишь, ты откуда да, знаешь, ты когда трогал рукой последний раз? Оно тебя так обнимает со всех сторон, это дерьмо. Блин, это вместе. Так я же потом еще поехал. У меня, чтобы вы видели сидюшка, там такой слой был этого гамма. Я так сел, так он так, и я поехал. Вспомнил, как в памяти. Так а что, ты вычистили уже все? Да, я подъехал туда с бронзбойта, это все там в кабине, блин, помыл. Все отмылось, да? Все отмылось, только теперь глючат дворники, я еду, они вот так делают. Так а что теперь делать? Надо ждать, пока дождь пойдет, так не возвращайся к Киеву. Надо ждать. Пойдет, не, ну день шикарный, конечно, рубило вопрос. Мне очень понравилось, такое зачетное было.